Дядь, ребенок твой? Нет? Ну отпусти его, пожалуйста. Все, все. Давай, да, все. Мы Юру пиздить идем, блядь, извини, пожалуйста. Ну, нет, давай, все, без рук, без всего, да. Все, иди и пизди кого хочешь. Все, иди. Мы же никого не обидели. Да, 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 все. Ну, давай, дядь, да. Я обессудь, пожалуйста. Пацан. Все нормально было у нас. Чисто. Все, да, чисто, да, извини, все. Извини, пожалуйста. Не ходи ни с кем никуда, ты че? Блин, не знаю. Да все, все, иди. Не приставай, пожалуйста, к детям. Чувак, вот к тебе подходит незнакомый мужик, с тобой здоровается, что-то тебе обещает, говорит, там, я тебе конфетку дам, пошли со мной, берет тебя и ведет. Ты о последствиях задумываешься? Ты, ну, просто реально тупо умереть можешь. Ни с кем никогда никуда не ходи. Где твои родители, где твои друзья? Пацан, у тебя друзья где-то сейчас здесь, да, гуляют на площадке? Иди к ним. Ни с кем никуда не ходи. Вот к тебе подходит какой-нибудь маргинал, тянет руку и уводит тебя. Кричи сразу, помогите. Просто кричи, помогите. Ладно, я увидел, сейчас бы он тебя увел, хрен знает куда, хрен знает, что бы с тобой сделал. Иди, иди вон на детскую площадку к пацанам, там играй. Не ходи ни с кем никуда, ладно? Договорились? Все, будь умным. Хера себе. Просто приехал на заказ, достаю вещи, смотрю, чувак какой-то бух, ну, явно бухой. Ребенка что-то отводит в сторону, там что-то ему чешет на уши, припал. И такой, типа, все, пошли, пошли. Берет за руку и уводит. Я уже заблокировал, да.